Что с тобой? Глаз немного чешется. Это побочный эффект от социальных сетей. Дженнифер Энистон поэтому, наверное, их и игнорирует. Инстаграмом пользуется только ради продажи кофт с символикой друзей. Подобными радикальными мерами актриса старается сберечь свою психику. Звезда друзей считает, что соцсети давят на человека и замедляют его развитие. А на откровенные фотографии Энистон реагирует еще жестче. Говорит, даже мужу не стало бы такое отправлять. Не то что на весь свет выставлять. Бенедикт Камбербэтч что угодно может прочесть. Мысли человека, следы преступления. Он виртуозно пользуется телефоном и социальными сетями в сериале «Шерлок». Только в реальной жизни он их, мягко говоря, недолюбливает. Уверяет, если бы блоги и мессенджеры захватили его жизнь, они бы ее точно разрушили. Шерлок Холмс 21 века уверяет, за 41 год он не сделал ни одного селфи. Мудрость от Камбербэтча. Надо наслаждаться моментом, а не пытаться его побыстрее запечатлеть. Дэниел Рэдклифф мог бы кого угодно заболтать, и не только на американских шоу, но и в социальных сетях. Но парень до сих пор с трудом переживает славу, которая на него свалилась после выхода первой серии «Гарри Поттера», и, похоже, до сих пор предпочитает корреспонденцию электронной почте. Отдай мне письма. Живо! Нет! И даже по лично врученному приглашению актер редко ходит на светские мероприятия. Делает исключение лишь для премьер фильмов, в которых и сам снимается. Рэдклифф ненавидит внимание и не жалует социальные сети. Когда его спросили, почему он не заведет страничку, сказал, что вообще не понимает звезд, которые ведут блоги. «Хотите, чтобы уважали вашу честную жизнь? Перестаньте сообщать всему миру о своих передвижениях», – посоветовал Гарри Поттер. Написать Дженнифер Лоуренс, что в пустоту свистеть. Она не ненавидит соцсети, а просто не умеет ими пользоваться. Видимо, съемки в лесу помешали ей стать прогрессивной. Актриса с современными технологиями на «вы», несмотря на довольно молодой возраст. Дженнифер с трудом отправляет даже письма по электронной почте. Что тут уж о блогах и постах говорить. Она признается, интернет-общение для нее другой мир. Но по признанию Сойки-пересмешницы, хотя бы предпринимает попытки подружиться с современными технологиями. А вот Брэд Питт даже от этой идеи отказался. Актер не раз признавался, он просто не умеет включать компьютер. Кстати, примерно такой же грамотностью в этой области обладает и Анджелина Джоли. Смартфоны, планшеты? Нет, не слышали.